Идущее через Аденский залив судно подверглось нападению. Центр морских торговых операций Великобритании приписывает его йеменским повстанцам-хуситам. Это второй удар по торговым судам в регионе за последние два дня. Атака произошла после того, как американские военные объявили в четверг, что эсминец союзников сбил ракету, нацеленную на торговое судно. Хуситы, в свою очередь, ранее заявили о втором за три дня нападении, произошедшем в среду после периода относительного затишья в мореплавании в Аденском заливе. Между тем, силы миссии Европейского Союза в Красном море заявили в четверг, что сбили беспилотник, запущенный с территории хуситов. Повстанцы начали атаковать торговые суда в регионе из-за войны Израиля против Хамас в секторе Газа. По данным морской администрации США, с ноября прошлого года они совершили более 50 нападений, захватили одно судно, а еще одно потопили.